Итоги работы за первый квартал 2024 года подвели специалисты поездов здоровья. Этот проект был запущен в рамках нацпроекта здравоохранения по инициативе губернатора Глеба Никитина для того, чтобы жители даже отдаленных районов могли пройти обследование у специалистов узких специальностей. За первый квартал поезда посетили бы уже более 200 населенных пунктов и провели более 60 тысяч исследований. Нравится, как работают они здесь. Я не первый раз обращаюсь. В принципе, хорошие специалисты. Пациенты приходят с разными заболеваниями. И с катарактами, и с проблемами на сетчатке, и с проблемами с глаукомой. И мы здесь эти проблемы выявляем. Вот. И если есть необходимость, мы направляем на консультацию, даем рекомендации на консультацию в третью больницу, в Семашко. Данный проект, безусловно, важен для жителей каких-то отдаленных больше территорий, для тех, кто по силу каких-то иным причинам не могут посещать районы, поликлиники, центры здоровья в целом не знают о своих проблемах, и зачастую так для них это возможность побольше узнать про свое здоровье, как себя правильно вести в той или иной ситуации, что именно принимать, и в целом как соблюдать здоровый образ жизни. Вот, поэтому данный проект – это, безусловно, подспорье как для центральных районов больниц, так и для населения в целом.